остаться должно ли хоть что-то еще безнаказанным? По суду ли, по совести, кем-то не тем, недоказанным? Дважды два, не четыре, а восемь, бывает? Бывает. Если что, мы погрешность за жизнь самое принимаем. И погрешность уже не погрешность, и даже греховность, а всего только бывшая кем-то или чем-то духовность. Да и бывшая ли, если быть невесовым и мнимым, если жизнь остается, а годы проносятся мимо. И на этом бы можно закончить, но это начало. Было много вопросов, оно мне на все отвечало, но я долго внимал и лишь смутно предвидел ответы, не почувствовал даже, что все совершалось не где-то во мне. С каждым часом и мигом срасталось, и потом не ушло никуда, и во мне осталось это самое то, с чего все начиналось, начало то, которое мне же на все отвечало. Это мистика света в изгибах реалий деталей. Год за годом сквозь бытность мою прорастали, чтобы вдруг в одночасье сознанию стать измененным и взглянуть на себя и на мир совершенно уже отстраненно, не ушедшим от мира вообще, или в тесной кельи, а стоящим в толпе и бредущим со всеми без цели.